поколений детей. Мы предлагаем вам некоторые виды занятий на отдыхе. Значит, бесспорно, утверждение, что совместные физкультурные занятия родителей и детей полезны. Бесспорно, да? В последние годы довольно широкое распространение внутри спортивных мероприятий, которые проводятся в школе, там папа, мама, я, сочинила семья, еще какие-то мероприятия, встречи 23 февраля, но они проходят раз в два года, да? И, значит, игра – это основной вид деятельности детей, она оказывает разностороннее влияние на их психическое развитие. В играх дети овладевают новыми навыками, умениями, осваивают правила человеческого общения и руководство детской игрой – серьезная проблема для взрослых. Здесь от родителей требуется внимание, терпение, так, умение наблюдать и постоянно, беспристрастно вглядываться в своего ребенка. И игра требует от взрослых творчества и фантазии. Веревочку, платочек какой-нибудь. И становитесь, пойдемте. Пойдемте сразу. Я тут говорю не каждый из вас, хотя бы одному уражу. Каждый из вас сейчас в роли боящего. И ребенок должен быть боящим, и мастер себя. Ваша задача. Летает комарик, вы должны его приплотнуть двумя руками. Значит, ваша задача прыгнуть так, чтобы
отмоется. Они постели, я сплю больше. Да, все, пожалуйста. Так, вставай. Так, это у нас уже другой. Так, все.
Так, мяч Микасовский, красная, конус, подушечка, скакалка, ящик, ракетка, мяч и желтая. И во время мы тут маленько разбиваем, но и мы одну игру проведем сейчас. Это все, что мы на улице. Даже вот эту игру можно и дома, на майке. До завтра. Так что играйте на здоровье.